как человек, живущий в Калининграде, вы считаете Польшу врагом? Я не польский народ, не немецкий, не украинский народ, не чешский, не словацкий, никогда в жизни не считал врагами. Все зависит от власти. Это потому, что мы вместе были в войну, воевали. В 41-м году у нас были поляки, чехи, Югославия. Мы вместе с ними воевали, победили фашизм. Советский Союз тогда был. Это нас сейчас Байден разделил. Америка, она всю жизнь хочет уничтожить славянский народ. А вот сейчас вот Польша, вот современная Польша является для вас как бы врагом или нет? Народ нет. Народ очень хочет, чтобы опять Калининград открыл границы, и мы могли ездить, покупать у них товары. Они с удовольствием встречают русских, встречали. А вот этот, как его, Дудка или там... Анджей Дуда. Ну, пускай он Дуда, но я его называю Дудкой. Он дует не туда, куда надо. Ему Америка, он сидит на шее Америки. Ну, Европа частично. И поэтому он там, ну, даже как и Зеленский сам. Это все Байден затеял. Это беда вся Байдена. Мы воюем не с Украиной. Мы воюем с Америкой. Ну, я сейчас вернее, Америка. Америка воюет. То есть вы хотели бы опять свободно ездить в Польшу, в гости, путешествовать? Здравствуйте. Так не только я. Любой и каждый, чтобы везде можно свободно ехать. Чтобы везде нас радостно встречали. И в ту же Прибалтику. И о чем разговор? Когда мы были в Советском Союзе, мы же были все свои. Вы можете сказать, что вы считаете Польшу врагом или нет? Нет, не могу. Почему? Потому что мы ездили к ним, продуктами, продукты покупали. Да вообще, молочка у них очень вкусная, постоянно к нам туда-сюда. Наши люди туда ездили, много кушали, очень приятно отзывались об их заведениях. Почему она стала врагом, я не знаю. Не могла она стать врагом просто ни с чего. То есть вы думаете, что население к нам относится так же, как и раньше, да? Население Польши... Я не общаюсь с населением Польши, я знаю людей, которые проживают в Польше, и они точно так же относятся. Угу. Да, все верно. Но можете ли вы сказать, что вы считаете Польшу врагом или нет? Нет. Почему? Ну, там живут простые люди. А политика не так сильно важна. Если там где-то политик какой-то что-то там высказывает свое мнение, это чисто его мнение. А люди такие же, как и мы, по сути.